Доброй всем ночи. У нас, по крайней мере, сейчас ночь. И, ну как ночь, 10 часов вечера. И сегодня 1 января 2022 год. С чем я всех поздравляю. И я вспоминала свое прошлогоднее видео, где подводила итоги. И почему-то захотелось снять не подобное видео, а поразмышлять на тему того, как прошел этот год, прошлый год, 21-й. И, ну, в общем, сделать какие-то выводы. В канун Нового года, где-то 25 числа, я села анализировать уходящий год, потому что казалось, что были в основном трудности, а их было достаточно, и будто не было ничего такого прям положительного и, не знаю, зажигающего, то, что вот запомнилось и осталось, и отложилось. Но потом я села, и каждый месяц разобрала там январь, март, июнь и поняла, что вот я выпустилась из магистратуры, поступила на аспирантуру. Это такие большие события, которые обычно можно вписать в итоге года. И было еще много таких событий, там выиграла обучение, там, где я сейчас обучаюсь. Я об этом еще не рассказывала, но расскажу позже. И но это такие события, которые вот действительно, ну, они забылись, но они очень значимые. И я заметила, я поняла, что мы в основном фокусируемся на каких-то таких вещах, на трудных, на трудностях. И все эти даже большие достижения, кажется, нам стираются просто, кажутся не такими важными, не такими значимыми. И о чем я еще задумалась, что эти все достижения, эти все успехи, они, да, они большие, их можно вписать в итоги года. Но сколько же на самом деле у нас маленьких достижений? То есть, мне кажется, каждый день каждый человек прикладывает какие-то усилия для того, чтобы быть лучше, для того, чтобы там наладить отношения с близкими, не знаю, чего-то достичь на работе, как-то поменять себя, какие-то новые привычки выработать. И это все очень такая длительная, это трудная работа, которую ты не впишешь в достижение года, потому что это, мне кажется, это невозможно выразить вот словами, как-то вот захватить все эти старания, скажем так. И я для себя поняла, что на самом деле нужно чаще задавать себе вопрос, что происходит в жизни. Ну вот, даже если что-то не получается, если что-то трудно дается, какие-то трудности есть, жизненные неурядицы, просто спрашивать, а что хорошего было в этом дне, или там в этом месяце, в этой неделе. И просто стараться уловить эти моменты, потому что они действительно очень важны. Что я хорошего сделала для себя, для близких. Просто чаще спрашивать себя. И вот в канун Нового года я начала об этом думать. И это было тоже очень интересно. Я выписывала вот эти все большие именно события, я тоже удивилась, сколько их было и насколько я о них забыла просто. И старалась вспомнить вот эти маленькие, где я старалась, где я там что-то решала, какие-то вопросы, или вот старалась пить чаще воду, например, для того, чтобы наладить как-то водный обмен в организме. То есть это тоже такие очень маленькие наши успехи, наши старания, но они очень стоящие.
И я поняла, что как таковых итогов года их, наверное, не будет даже, потому что это все очень трудно вложить просто вот в слова. Я думаю, у каждого человека личные итоги года — это намного больше, чем можно выписать на бумагу или вот так рассказать в видео, потому что вы свои итоги года на самом деле ощущали каждый день. И просто вот этот каждый кусочек каждого дня, он сложился вот и стал целым годом. И праздник, Новый год. Очень хотелось быть причастными к этому празднику, потому что это такой день волшебный, когда, ну, наверное, весь мир, ну, не весь мир, но большая его часть отмечает вот приход чего-то нового, обнуления. И я поняла, что на самом деле вот этот праздник, который я лично пыталась как-то, не знаю, что ли, искусственно, возможно, даже каким-то таким путем искусственным выдушить из себя, то есть организовать, что-то приготовить, настроиться на вот этот такой праздничный лад, что на самом деле в других днях было больше праздника, чем вот в этом новом году, в праздновании этого дня, потому что как-то когда фокусируешься на хорошем, то и нет смысла создавать что-то прям мега хорошее, хотя на самом деле это тоже было важно, воссоздать эту атмосферу. Мы елочку нарядили, там сзади видно нашу елочку, она скромненькая красавица. Я ее украсила ватой, деревянными игрушками старыми. Такая у нас своя елочка. Такие у меня спонтанные очень размышления. В декабре мы решили закрыть все дела, которые тянулись очень долго. И я сейчас на аспирантуре учусь. И у меня был 2 экзамена, я уже 2 почти сдала, 1 сдала. Тоже для меня это было так важно, очень хотелось закрыть, сдать этот экзамен, потому что у меня на аспирантуре всего 4 предмета. И я сдала. Там у нас один предмет есть, академические коммуникации. И нам очень интересное задание дали посмотреть 3 фильма. «Форест Гамп», «Маленькие звездочки» и «Игры разума». И по этим фильмам нужно было принять участие в дискуссии после просмотра. И я так загорелась тем, чтобы поскорее закрыть предмет перед Новым годом, хотя вообще от меня этого не требовалось. У нас экзамен вот в январе будет. В конце, что я посмотрела все эти фильмы почти за 2 дня, и это было очень странно, что вот на докторантуре, на аспирантуре задают такие задания, потому что ожидаешь, что там статьи будешь читать очень много, но на самом деле вот мозгу нужна другая подпитка. И эти фильмы были очень интересными. С точки зрения вот, инклюзивного образования была вот такая задача. Вот, например, я никогда не рассматривала фильм «Форрест Гамп» с точки зрения инклюзивности. Но если так поразмыслить, то в этом есть смысл. В этом году мы как-то не часто появлялись тоже на канале. И, как всегда, были задачи, поступления, вот эти все, конкурсы, работа. Все как у всех. И вот как раз последние дни мы чаще начали выкладывать видео, потому что наконец-то добрались. Саша сел за наш весь материал, и мы
и доделывает видео. Потому что очень ценно на самом деле, когда есть канал, и когда ты хранишь вот эти все моменты в той последовательности, в которой они происходили, и потом проще намного воспроизвести это все в памяти. Ну, это интереснее, это как такой семейный архив. И вот Саша хочет закончить, доделать те видео, которые остались. У меня тоже лежит задача по альбомам. Я очень хочу сделать альбомы. Уже очень давно руки не доходят. Но до Нового года не получилось сделать. Потому что принтера не было. Но мы его уже купили. Саша вам об этом уже рассказал. Или расскажет. Вот про итоги года, кстати, говорила. Сразу вспомнилась мне одна вещь. Одно, не знаю, осмысление, озарение, переоценка, не знаю, называйте это как хотите. Но я очень часто начала сталкиваться с информацией. Это сейчас популярно достаточно. И это связано с тем, что бытует мнение, что мы рождаемся, и у нас уже есть какие-то определенные задачи, отработки, кресты, кармы, там, не знаю, то, что мы уже должны отработать, какая-то у нас задача есть на эту жизнь, вот именно долг. И раньше мне это все воспринималось очень правдоподобным, особенно если учесть, что человек, он на подсознательном уровне, не знаю, очень часто выбирает страдать. То есть и все эти кресты и так далее, они кажутся очень логичными, и человек будто сам к ним стремится, чтобы узнать, где же там нужно отрабатывать, и начать это делать поскорее. Но в один момент, буквально в прошлом месяце, мы как раз переболели очень неизвестным вирусом, слава богу. И я поняла, как раз тогда произошло очень сильное такое озарение, переоценка. Не знаю почему, просто так сложилось. У Саши в своих сферах, у меня в своих. И я поняла, что на самом деле каждый человек рожден чистым. То есть в той мере, в которую он готов поверить. И то, что человек там должен что-то отработать, отстрадать, какой-то долг кому-то отдать, это все для меня звучит как уже сейчас, как не как сумасшествие, но как религия, когда человек, он хочет верить в то, во что он выбирает верить. Но если мне, например, не хочется в это верить, а хочется верить в что-то другое, то так должно быть, так может быть. Поэтому если вам, не знаю, вдруг покажется, что вы должны что-то кому-то отработать, то, скорее всего, задайте себе вопрос, почему, зачем вам это. И, возможно, есть смысл просто выбрать быть счастливым, жить, ничего не отрабатывать. Это влог 89 на подходе, да, Саша? Что-то зимнее. Это, наверное, уже свеженькое. Свечка, кстати, очень необычная. Она вот так интересно горит. Фитиль у нее там деревяшка обычная. И она не парафиновая, а из сои. Вот такая.
И даже зажигалочка была в комплекте, очень классно, потому что я боюсь спичек, ну и обычных зажигалок, а здесь расстояние до пальца очень, скажем так, приличное, можно не бояться. Это Дедушка Мороз мне перенес в лице мужа. Включим.